Теперь озвучить текст можно очень легко. Создавайте аудио- и видеоматериалы на русском языке с помощью Narrakit. Narrakit содержит 15 голосов на русском. Прослушайте краткую демонстрацию голосов для озвучки текста на русском языке. Привет, меня зовут Ольга. В 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург. Привет, меня зовут Иван. В 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург. Привет, меня зовут Ирина. В 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург. Привет, меня зовут Владимир. В 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург. Привет, меня зовут Оксана. В 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург. Привет, меня зовут Игорь. В 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург. Привет, меня зовут Вера. В 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург. Привет, меня зовут Сергей. В 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург. Привет, меня зовут Наталья. В 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург. Привет, меня зовут Екатерина. В 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург. Привет, меня зовут Татьяна. В 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург. Привет, меня зовут Андрей. В 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург. Привет, меня зовут Зоя. В 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург. Привет, меня зовут Юрий. В 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург. Привет, меня зовут Лада. В 1712 году столица России была переведена в Санкт-Петербург. Чтобы создавать видео и аудиофайлы с помощью 380 голосов на 60 языках, переходите на narrakit.com.